Добрый день, представляю вашему вниманию платье «Зима», первый сорт, подробная информация в ссылке под описанием. Платье первого сорта, но они прям вообще в хорошем состоянии, есть некоторые с маленькими пятнами, но это прям буквально 3-4 платья в лоте. И цена у них очень классная, поэтому давайте я вам сейчас покажу, что здесь, какая красота. Платьице SM, такое вот классное, с разрезами по бокам. Здесь вот утепленное такое платье, размерчик евро 38, тоже очень классное. Так, здесь зебра эсочка, такое вот блестящее, классное. XS платье бандаж на замочке, тоже вот, ну вот прям состояние у них у всех очень приличное, очень классное. Zara эмочка, вязаное платье с поясом, пояс резиночка. Здесь у нас платьице М-ка, есть вот буквально 3 затяжечки, а так, в принципе, все отлично. Здесь у нас платье размерчик S, тоже на замочках. Здесь у нас платьице вязаное, размерчик M, XL платьице с высоким горлышком, тепленькое такое платье, размерчик L-ечка. Кожаный сарафанчик на замочке, размерчик евро 34. Такой, тоже очень классный, в отличном все состоянии. Здесь у нас платье SM. Так, здесь у нас с таким вот вырезом классным, размерчик M. Вот есть небольшое загрязнение, оно поверхностное и уберется вообще прям сразу же. XS платьице Чикори. Здесь у нас размерчик L, такое вот тепленькое платье, тоже очень классное. Здесь у нас платьице размерчик эмочка Зара, тоже классная, прям вообще замечательная, спинка открыта. Вельветовый сарафанчик, размерчик евро 38, тоже прям в идеальном состоянии. Здесь платье-бандаж тоже 2XS, такая прям резиночка тугая есть, или здесь вот небольшое вот вроде пятнышко, или даже это не пятнышко. Отблескивает, наверное. Здесь у нас эсочка платья, есть вырезы по бокам, такое вот оно классное. Шифоновый верх платьице, размерчик M, идет с подкладом, не просвечивает. Здесь у нас платьице элечка, тоже прям в идеальном состоянии. Зара платье, размерчик S, рукавчики расклешенные, есть вот поверхностная такая вот грязь, загрязнение. Я думаю, что это пыль от транспортировки, все легко удаляется. Так, здесь у нас евро 36, Street One, тоже отличное платье, элечка, атласное платьице. Здесь элька, вот есть здесь небольшая затяжечка, а так вообще в хорошем состоянии, элечка платье. Здесь у нас поверхностное загрязнение, скорее всего, от дезодоранта, тоже легко все удаляется. На тоненьких бретелях, посмотрите, какая красота, размерчик SM, Zara платьице. Размерчик M, здесь у нас вязаный верх, эмочка и юбочка такая, как пачка. H&M M-ка, тоже в хорошем очень состоянии. H&M XS, здесь у нас платьице размерчик SM, кома евро 36. Так, здесь у нас платье велюровое, эсочка, плечики открыты и рукавчик не длинный, коротенький. Здесь у нас платьице без бретелей, без чашечек. Размерчик XL, такой вот здесь ажурный низ. Здесь у нас платье размерчик S, такое вот тоже очень классное, с поясом на пуговках. Элечка, такое вот платье. На тоненьких бретелях велюровый комбинезон с чашечками, размерчик S. Элечка, такое вот платье. Есть небольшие загрязнения на рукавах, они поверхностные, легко удаляются. Бершка, размерчик. Так, XS, велюровое платье. Такое классное. Элечка, платьице. H&M, эмочка. Прям вообще вот все в идеальном состоянии. Есть, конечно, небольшие загрязнения, но они вообще удаляются очень легко. Здесь у нас платье, посмотрите, тоже какое красивое. На тоненьких бретелях, размерчик XS, спинка вот так вот там крест-накрест, бретелечки блестящие. Здесь у нас вот с таким вот, как
ожерельем идет платье размерчик SM. Платьице размерчик M, классическое такое. Здесь у нас с чашечками платье. Комбинезон. Эмочка, SM даже так можно сказать. Здесь у нас в мотиве шифоновый верх. Есть вот здесь вот затяжечки небольшие. И загрязнение поверхностный, размерчик M. Вот здесь вот. То есть, ну вот, единственное такое, наверное, платье. Здесь у нас евро 36. Тоже имеются небольшие. Вот здесь вот загрязнение. Это, скорее всего, пыль от транспортировки. Манго Эмочка. Прекрасное просто платье. Так, здесь у нас H&M евро 38. Еще цена у них вообще прям очень приятная. Здесь у нас платьице идет как рубашка. Есть кулиска. Также внизу есть небольшие вот загрязнения. И одна вот такая вот тут вот зацепочка. Здесь вот тоже загрязнение. Размерчик M. Здесь у нас платьице размерчик SM. S-очка. Здесь у нас платьице размерчик S, тоже такое прям классное, интересное. Так, SM платьице. Здесь у нас платье Элечка, плечики открыты, юбочка такая шикарная, Элечка платье. Здесь у нас размерчик M. Так, Эмочка, тоже прям вообще в идеальном состоянии, Элька. Так, М-ка ОВС. Здесь у нас на тонких бретелях размерчик М без чашечек. Может, даже и на S подойдет. Манго размерчик S. Так, здесь у нас сприт. Размерчик L. Имеется вот здесь буквально три пятнышка. Они поверхностные, легко удаляются. S Оливер. Вязаное платье S-очка. Очень прям плотная вязка, тепленькая. Здесь у нас платье Элечка с подплечниками. Здесь размерчик LXL. Так, здесь у нас S-очка с пайетками вверх. Шифончик внизу. Здесь у нас OVS 2XL. Тоже очень такое красивое платьице. На бретелечках. Asos размерчик евро 36. Вообще прям, ну вот в идеальном состоянии все практически. Эмочка вот такое вот платьице. Имеется небольшое загрязнение. Я думаю, что это от дезодоранта. Дальше на тоненьких бретелях Элька. Здесь вот еще такие классные два разрезика. Бенетон Эмка. 48-го размерчика. Вот такое вот платьице красивое. Здесь с чашечками на тоненьких бретелях XS. Посмотрите, тоже такое вот прям оно очень пышное и красивое. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.